Всем привет, друзья. Как обычно, все не изменяя традициям. Вот я снимаю для вас вот очередное полезное видео, ребят. Такой сегодня будет сайт. Ну, все по заработку, как обычно. Вот подпишитесь на мой вот YouTube канал, подпишитесь на мой Telegram канал, ребят. Очень важно. Только пользу выкладываю для вас, стараюсь. Но я вам просто хочу SurfClick показать. Уже снимал видосы, да, на эту тему. Ну, то есть этот сайт, этот SurfClick, он достаточно свежий букс, прикольный, развивается. Просто, ну, для меня, если честно, он такой прям топовый, короче. Я вот так вам скажу. На 38 рублей я вывел уже 1240, получается. Там, рев-доход мой 407, и он постоянно растет. У меня там 1000 рефералов с лишним, потому что сейчас вам все буду показывать. Но на чем здесь можно это зарабатывать? Очень много так-то вариантов есть. Таких прям хороших. Первый — это серфинг. Просто серфим. По 9 копеек. Ну, это нормально. Тут бывает даже по 12, по 15 копеек. Ну, просто посмотрел там 15 секунд, заработал там 15 копеек. Это нормально, я считаю, вообще. Это, грубо говоря, самый дорогой серфинг в интернете, я вам так скажу. Ну, до 20 копеек серфинг — это вообще такой, ну, прям топовый серфинг, получается, по деньгам. Есть это задание здесь, ребята, выполняем. Там рубль 60, это рубль 8 рублей. 50 рублей, то есть вообще офигенно, да, можно зарабатывать. Просто зарегистрировался на Тависа, да, 25 рублей заработал. Ну, почему бы нет, ребята? 3 рубля рубль. Это просто все такие сайты, то есть люди вот привлекают рефералов. Вы просто там регистрируетесь, можете даже там как бы этот не работать, как потом вот просто регистрацию делаете и получаете свой там рубль или 50 рублей. Просто топово. Вот YouTube просмотры, квесты. Вот я могу получить вознаграждение, активный рифовод. Пригласи 2 человек. Ну, короче, я пригласил, вот уже получал 5 рублей. Сейчас я получу 10 рублей плюсом. Отлично. Смотрите. Сейчас обновим. Обновим. Уже 48 рублей. Отлично. Это на вывод, да? Хорошо. То есть вы выполняете серфинг, там это сколько-то раз посмотрели, вам еще упадет эта денежка. А за видео, если вы блогер, если вы снимаете видео вот такое же, да, вы можете получить до 5000 рублей, от 20 до 5000. То есть вы просто, как говорится, выставили это видео это на YouTube, это рассказали об этом проекте. Вот вам админ заплатит рублей 500, 1000, может 2000 рублей. Если у вас будет раскручен там канал и много просмотров вот на этом видео. Почему бы нет? Становитесь блогерами. Будете еще дополнительно зарабатывать. Этот бонус получить можно. Получили бонус. И вот рефералы, ребят. 1006 человек. Представляете? Я считал в одном из видео где-то, я считал, говорил вам, что из 1000 человек где-то 400 здесь работают у меня. Они работают и выводят деньги. Это вообще здорово. Прям очень многие проявляют здесь активность. Это очень круто. Вы посмотрите, 42 рубля человек вывел. Да, я получил с него 4, да, рубля, 10%. 18 рублей кто-то вывел, кто-то 17, кто-то 56 рублей вывел, кто-то 66 рублей. Вот они потихоньку выводят, работают, работают. До конца этого проекта вы будете получать. Ну, ребят, почему нет? То есть вы это регистрируетесь по ссылочке в описании обязательно, чтобы я тоже какую-то копеечку получал. Вы, ребят, смотрите, многие думают, что если вы переходите по моей ссылке, да, что я что-то у вас там забираю. Нет, ребят, это просто мне платит, этот проект мне платит 10% от вывода. Здесь один уровень рефералки. Я бы админам посоветовал бы сделать хотя бы 3 уровня, чтобы было еще интереснее это людям сюда привлекать рефералов. И 5% от ввода, короче, тут ты получаешь. Ну, то есть, этот человек там... Здесь еще есть такая штука, я вам не показал, рефбиржа. Вот 50 рублей, это 5 рефералов вам система это свободных даст. 150 рублей, если вы сюда вот купите, да, этот тариф.
будет 20, 350 рублей, это 50 человек, и 650 рублей вы можете купить, это 100 рефералов активных. У меня есть уже такие рефералы, которые покупали это за 650 рублей, то есть офигенно. И у вас уже будут рефералы, вы уже будете зарабатывать, тоже как вариант. И вот, ну, человек это занес, например, там, ну, сколько это, 650 рублей, да, это вам упадет там, если 10% это 65, а 5% это там, ну, 30, там, короче, не знаю, там 2 рубля, короче, упадет вам. Офигенно же, офигенно. И вот прямо с любых действий вы получаете. Вот реферальная система, очень крутая штука. Я вам хочу сказать, что вы приглашайте потихоньку. Просто возьмите, у меня в Телеграме все собраны там вот эти вот сайты, на которых я работаю. Там вот под каждым, там вот по большинству, да, это видео у меня. У меня есть эти ссылки, переходите, регистрируйтесь и привлекайте рефералов, вы будете зарабатывать большие деньги. Я не пустой блогер, который вот просто приглашает рефералов и ничего больше, как бы, это во всякое там, не знаю, говно. Я выбрал просто те буксы, которые реально платят, и куда надо гнать, ну, вот, рефералов и зарабатывать на этом. И вы будете зарабатывать, и я буду зарабатывать, это же, ну, просто здорово. Там, давайте выведем 48 рублей на Payr, вывести. Все, они переведены это, там, на ваш кошелек. Отсмотрим. Сейчас обновим, ребят. Они уже как бы должны были прийти деньги, да? Видите, 845, вот здесь это 768 рублей. Обновляем. Опа. Знаете, вот, деньги пришли. Нажимаем история. Все вообще четко. От SurfClick 45 рублей пришло. Там, ну, там комиссия, да, рубля 3 получается где-то. Просто пушка, ребят. Все автоматически выводит, все работает. То есть это по ссылкам, там, ну вот в описании, в закрепленном комментарии я оставлю ссылку на SurfClick и на регистрацию Payr кошелька, если вы еще даже не начинали это зарабатывать в интернете. Переходите, регистрируйтесь и привлекайте рефералов. Ну и как, либо сами, ну просто начните это выполнять уже задания. Какую-то копеечку выведете и уже потом, ну, начинайте привлекать рефералов. Там будете зарабатывать очень хорошие деньги. Всем удачи, ребят. Всем пока.